Здравствуйте. Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 951. В классе 37 человек. Докажите, что из них найдутся хотя бы 4 человека, родившиеся в один месяц. Так как всего 12 месяцев, если бы в каждый из этих месяцев мы нашли бы по 3 человека, которые родились в этот месяц, то в классе было бы 36 человек. Но в классе больше человек, 37. Значит, найдутся хотя бы 4 человека, которые родились в один месяц. То есть найдется хотя бы один месяц, где число людей, родившихся в этот месяц, больше, чем 3. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.